Для торта с печеньем нам потребуется печенье, заварной крем. Я рассказываю, как я делала его дальше в видео. Смотрите. И также я печенье немного потерла на терке. Сделала вот такую вот штуку, чтобы потом сверху посыпать на штор, чтобы он выглядел красиво. Для заварного крема нам потребуется теплое молоко, литр молока. Я его сразу нагрела. До кипения доводить незачем. Нужно, чтобы оно было, ну, такое хорошее, теплое молоко, практически немного горячее. 5 яиц, стакан сахара и чуть-чуть больше половины стакана муки. Значит, взбиваем наши яйца. Добавляем сюда сахар и хорошенько-хорошенько перемешиваем. Хорошо перемешали, добавляем сюда же полстакана муки. Также тщательно все перемешиваем. Вливаем сюда немного молока, чтобы он такой густой получился. Так вот все одной консистенции. Вот так вот получается у нас. Переливаем все в чашку, в которой варили молоко. Смешиваем. И ставим на плитку варить. Крем мы варим не менее 5 минут. Добавляем сливочное масло. Помешиваем. Потом он постоит и немного еще загустеет. Вкладываем печенье. Для начала я смазываю все кремом, чтобы у нас печенье и снизу тоже хорошо пропиталось. Промазываем их хорошенько. Промазали первый ряд и выкладываем тем же способом и второй. Всего будет 3 ряда. Каждый ряд промазываем хорошенько кремом. И, конечно же, его также промазываем кремом. Промазывать нужно также и по бокам. Промазали третий ряд и посыпаем сверху крошкой. И ставим наш торт в холодильник пропитаться на 2 часа. Всем приятного аппетита! Приятного чаепития! Подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много вкусных рецептов.